И всем привет, с вами Заказака, и сегодня я буду продолжать играть в Total RPG. Ну, если полное название, вы можете посмотреть в левом верхнем углу. Продолжаем. И у нас все-таки в прошлой серии получилось установить чит. Я теперь понял, как это делать. Давайте попробуем пройти второй этаж. В прошлый раз у нас не получилось, он был слишком жестким. Сейчас у меня больше брони. Ой, это лучники. Ну, лучников я всегда убиваю с первого раза. Да чё он не бьет их? Круговая атака? Нет, они слишком жестко дамажат. Надо фармить на предыдущих этажах. Давайте немного на хпшки. На теперь. Скелеты лучники. Лучники, вы мне не нужны. Ой, командир. На. Вырубил. Все. Давайте идем. Побочку разрушить. Так. О, монетки. На. Попади. Я не знаю, в этой серии мы сможем ли пройти второй этаж. Я быстрее волка бегу. Странное явление. На! Получай, волчища. Ну, в этот раз мы дальше пошли. Потому что у нас больше брони. Так, упыри, я помню. Их очень много. Вот в чем проблема. Их очень много. Умрите, твари болотные. На тебе. Фух, прошел. Скорее всего, у нас не получится. Но мы довольно далеко зашли. Я не знаю. Давайте подождем, пока хпшки восполнятся. И вот, восполнилось. Все. На. Наверное, зря какую атаку делаю. Сейчас надо было ее ждать. Так. На. Опа. Мне больно, мне страшно. Я делаю так вот. Ой, да вы еще. Я в ловушке. Так, там бочка. Там была бочка. Я хочу ее сломать. Вот. Теперь я доволен. Идем дальше. Может, у нас все-таки получится. Ой. Хопушки. Вот они. Эй. Люди, вот вы. Вот вы где? Чего вас так много? На. У меня новый уровень. Это хорошо. Круговая атака. На. Мы не можем. Когда мы играем. Навык себе. Очко навыков использовать. Идем дальше. Дальше. Может, у нас все-таки и получится. Люди, вы где? Вот, ой, сколько вас.
Упрёв. Ну я... Давай, на тебе круговая атакой. Дели урона. На. 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 Круговая атака. На. ХПшки. Сколько я денег получу, скорее всего. Мне кажется, мы пройдем. Вот щит помог все-таки. Вот блок щитом. Надо... Вот. На. Круговая атака. Блин, жестко, жестко, жестко. На. Блин, 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 блин. Круговая атака. Выкуп давайте. А это реклама. Я думаю, за деньги. Извините. Кто мне дальше меня будет? Я думаю, за деньги мы будем выкупать. Извините, друзья, я потом не буду так делать. Потому что я думаю, что это за деньги надо выкупать. Казалось, что видео. На. На. Я на нем... А, я могу стоять на нем. Прикольно. Я его почти с первого раза этого волка убиваю. На этом этаже. Ну, мы бы все равно проиграли бы. Так. Дальше идем. Дальше бежим. Ой, этаж приходит. Безопасная зона. Блин, у нас должно быть много денег сейчас. Много денег. Много денег. Рад видеть тебя здесь живым воином. Один из выживших братьев сообщил нам, что на пятом этаже было замечено очень опасное создание. Мы его назвали Шипастый. Судя по всему, Шипастый руководит вторжением на нижних уровнях башни. Сначала нам необходимо расчистить путь до него, так что у нас еще есть время подготовиться. Мы постараемся узнать больше об этом злодее. Помоги нам остановить его. Типа босс. Я знаю, он боссом будет. Не знаю, может регенерацию... Мели не буду качать. О, давайте урон. Принять. О, новое оружие. Вилькас, у тебя задание есть? Принести предмет. Некоторые из братьев говорят, что запах цветов Шурали способен успокоить нападающих монстров и вернуть их к своему природному гармоничному состоянию. На этаже должен быть флакон с духами. Найди его. Необходимо исследовать этот вопрос. Давайте. Вы что, издеваетесь? Ну, блин. Убейте меня, убей. Я был не готов. Только давай, убейте. Избивайте меня. Я буду делать вид, то, что вас бью. Вернуться в безопасную зону. То, что его надо принять просто. А, миссия такая же, да? Да. Мне надо что-то улучшить. Торговец. Я могу себе старый железный меч купить. А у меня какой? У меня тоже старый железный меч. Кузница, меч. У него урон 7. Потому что нам надо лучше купить новый меч. А, не, копить не буду на железный меч, пока потому что слишком дорогой. Все, теперь у меня есть дорогой меч. Вот. Блин. Знаете что, ребята, я забыл ставить.
может, и торговцам можно поставить. А, вот. Надеть. Вот что. Продать. Продаваем. Продаем. Это фуфло. Так, доспехи, доспехи, доспехи. 100 000, что это самый первый доспех. Оденьте. 1000 и прочее. 5000. Может, мы можем что-то улучшить. Давайте посмотрим. Думаю, что мне нужно потратить. Блин, 10 не хватает. Давайте попробуем пройти следующий этаж. Если не получится, то не получится. Давай, давай, давай. Я миссию забыл начать. Ой. Покинь стаж, да. Надо миссию взять. Миссию надо взять. Я чуть не взял его. Вилькас. Точнее, по идее, надо победить. Вы кто такие? Вы кто такие? Уродец. Ничего себе, немного сносит. Нет, я этот уровень не пройду. Это я не пройду. Так, лучников я все равно с первого раза убиваю. Давайте, на! Так, в смысле, почему я? Я должен был всех убить. Мне такой расход событий не нравится. О, зато я волков с первого раза убиваю. Меч хорошо отрабатывает. О, что за индикатор расстояния? Могу бочку. Мотокузнеца, он нам потом понадобится, чтобы прокачивать дальше. Он нам там говорил. Это бочка. Чей ящик? Так, давайте. У меня уже 140 монет. Где индикатор расстояния? Ну, если в этой комнате точно нет. Да. И скелетов я с первого раза убиваю. Мне вообще почти ничего не носит. Видимо, вот это уродцы самые сильные. Они у меня половина хп. Они быстро спавнятся, так еще и очень много наносят урона. Эй, командир, на! Бочка. Бочка. Я хочу найти. Хочу выполнить эту миссию. В сундуке ничего не было. Как так-то? Это же сундук. Ох, не верьте сундукам в этой игре. В них ничего нет. Может, в самой первой комнате было? Мне кажется, ли вот эта вот кнопочка, ну, где на это эти духи нарисованы, это и есть индикатор, это расстояние. Помню, это необычное. Тут надо именно найти, то есть тебе не будут показывать стрелкой, все понятно. Помню, я стал хуже видеть. Ой, извините, ой, меня там бьют.
Вот так. Поняли, поняли. Не надо связываться со мной. Упыри. Понятно. Так. На. В смысле, как он из сундука взял? На. Тут еще один сундук. Давайте возьмем. Да нет там ничего, почему? Вот это не духи? Не, это вино. В шкафу нет. Пойди. Вот здесь вот нет. В огонь можно? А я, мне домашний огне? Ой-ой-ой, домашний. Лучше дальше не проверять. Ой. Ой, вот чё тут так много вас? На. Что тут сундуков? То есть из этих сундуков никогда ничего не упадает. Я стал лучше видеть зелье. Или мне просто кажется. Зелье урона. А, я помню, этот красный, это зелье урона. Вино-то было. Нет тут ничего. Так, 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 так. О, зато монетки есть. О, я накопил много уже. Жесть. Так, ой, надо быстрее пройти, быстрее, быстрее. На пятом должен быть босс. Да понятно, понятно. На хпшке. А я вам круговую атаку дам. Ничего нет. Сундуках должно быть всегда что-то. Ведь ничего мигает. Может, там в сундуке? Да нет. Вот в этой стране. Вау! А, это скелет-командир. Мне показалось, у него два меча. Вот, где-то вот здесь. Вот здесь, наверное, смогу победить. Все, я тебя понял. Да, открылось. Вот! Возьму к входу, отмечу на карте. Так, на карте, на карте, на карте. А, вот, ну я здесь буду. Убьем. Все равно. Денежки, может, возьму. Мне нужны денежки. Третий этаж легкий с этим мечом. Мне кажется, и упадем быть такой же там. То есть мы его пройдем легко. Или это будет считаться как пройденный этаж. На. На. Здесь зеленая кровь течет. Кажется, ничего тут не отмечено. 700 монет. Вот я. Вот. Вот это очень рядом. Пойди вот так вот нам надо пройти все. Следующий поворот. Ой, нет, не то. Так, не обращайте внимания. Вот. Все. Все. Безопасная зона. Надеюсь, он мне монетки даст. Или новую вещь.
Один из наших бывших очень талантливых, ой, талантливых учеников Дарстанар поразговаривал себя королем нового мира. Он научился управлять разумами существ этого мира, и теперь они прислуживают ему. Монстры проникают в башню через наши порталы, которые мы используем для быстрого перемещения по землям королевства. Дарстанар знает, как открывать эти порталы, поэтому мы вынуждены их закрывать. На некоторых этажах есть порталы. Закрыть их можно путем уничтожения магических кристаллов, питающихся их своей энергией. Обратись к брату Вилькасу, у него может задание. У него может быть задание закрыть портал. Рубин с золотом. 2240! О, как много. О, надо с умом истрать. Надо истрать с умом. Сейчас я истрачу не с умом. Доспехи мы не можем купить. Щиты, да даже не знаю. Мы можем, по идее, купить. Давайте купим меч, потом купим себе щит. Щит недорогой. Давайте себе купим. Че мы его уже купили? Надеть. Нельзя надеть предметы уровня. Вот я тупой. Он меня еще не открыт. Ну ничего, в следующей серии мы обязательно его наденем. Ну и на этом я, наверное, думаю закончить это видео. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Зика Зака. Я желаю вам всем удачи и всем пока.